что такое неусыпаемый псалтырь? Значит, ну, что такое псалтырь царя Давида, я думаю, все знают. Это такое величайшее духовное произведение, в котором молитвы покаянные, молитвы восхваления Господа и прочее, такое богословие молитвенное, богословие собранное, причем в ветхозаветные еще времена царем Давидом, оно до сих пор, мы его используем и в богослужении, и в молитвах домашних. Например, утром мы читаем 50-й псалом царя Давида. Значит, вот неусыпаемый псалтырь – это чтение всей псалтыри, непереставаемый, то есть все 24 часа в сутки сменяются чтецы, естественно, и читают псалтырь о здравии или о упокоении кого-либо. Такие вот чтения есть в некоторых монастырях, где позволяет количество братьев, чтобы можно было распределить между братьями, ну, там, 2 часа тебе, 2 часа тебе, 2 часа тебе, и так вот все 24 часа были распределены, потому что, конечно же, послушание много у монахов, и, естественно, кроме чтения псалтыря, они бы еще чем-то занимаются, еще несут какие-то послушания. И полностью 24 часа в сутки читать псалтырь никто не сможет. Поэтому не спаем псалтырь, ну, я знаю, есть в Дивеево, например. Там читают матушки. У вас в монастыре можно заказать неусыпаемый псалтырь? У нас пока такого нету, потому что еще братья недостаточно для чтения неусыпаемого псалтыря. Это, ну, большее количество братьев или сестричества необходимо. Ну, в Дивеево, например, 800 сестер, там вполне это реализуемо. У нас это пока не хватает сил на то, чтобы это воплотить в жизнь.